Скажите, а там у вас знак перед диффузионным членом, выбор знака, он о чем говорит? О том, что там остывание нагревания или что там было? Помните? Нет, это управление потоком. А? Управление диффузионного потока. Ну, то есть, это динамика поверхностной концентрации. То есть, как меняется поверхностная концентрация. Значит, она убывает. Но это связано, да, с направлением. То есть, когда направление ЦПД, ДЦПДЗ, убывание и возрастание. Поток должен быть положительным числом. То есть производная, она может быть отрицательной и положительной. Поток он будет положительным числом. То есть учитывается направление движения. Вот у вас там арка, граничный слой третьего рода. Она учитывает какой теплообмен? Конвекцию с излучением. И что учитывает там? Вот теплоотдача. Это коэффициент. Альфа – это коэффициент поглощения. Здесь написан заблем теплообмен и излучение. То тепловой поток слева, то тепловой поток справа. Да, альфа – коэффициент теплоотдачи. Ну, тут в этом альфа еще… Да, да, все правильно, просто я не стала вот здесь вот, расшифровывать. Вот, постоянно, да, естественно, вольфингом, да? Да, 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 здесь, да, здесь еще… Здесь правильно, еще вот сигма. То есть у вас это альфа… А конвекции там есть… Это лучистые составляющие. Да, мы только лучистую, да? Учитываем. А конвекцию, вы только лучистую? Да, да, только теплообмен излучения. У вас там, наверное, нет движения? Нет, движения нет, у нас просто получается, вот тогда вам помещен образец, все, спасибо. Контакты вот точечной системы. Спасибо. Там кварцы, теплопроводы сильно мало, поэтому объект то излучения. Только лучистый. Только лучистый теплообмен. Поблагодарим еще раз докладчицу.